Всем добрый день! Это невероятно! То самое видео, о котором вы так долго мечтали, уважаемые телезрители и подписчики канала, так-таки наступило. Прямое включение из Тирасполя. Это невероятно. По сравнению с тем, что было 20 лет тому назад, перемены просто невероятно супер фантастические. Уважаемые подписчики канала моего на Ютубе, добрый день. Это невероятно. То видео, о котором вы так долго мечтали, так-таки наступило. Прямое включение из Тирасполя. С вами вас покорный слуга Олег. Собака гавкает. Откуда она взялась? Это невероятно. По сравнению с тем, что было 20 лет тому назад, перемены ну просто невероятно фантастические. Везде новые магазинчики, новые лоточки. Как в современных российских городах. Ну, короче говоря, всем приятного просмотра. Я побежал показывать вам город. Ну, я снимаю это видео с моего мобильного телефона, поэтому вы сможете увидеть это видео на 5-7 и более минут. Но оно будет на 5-10 минут ориентировочно. Ну вот, как вы видите, ну, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, перемены вообще ну просто невероятные. Магазины везде новенькие. Ну, короче говоря, всем приятного просмотра. Машину надо пропустить. Всем привет из Ютуба. Я снимаю для Ютуба вас. Thank you.
Ну вот, это город в режиме час пик. Это город в режиме час пик в 11 часов дня. Ну почему я решил снимать именно сейчас? Потому что я в следующих годах, ну возможно, что в следующем, навсегда покину Тирасполь, навсегда покину этот регион. И поэтому в следующих годах у меня уже не будет снимать возможности, и я снимаю только сейчас. Ну вот эта трасса, куда я иду. Немножко пройдусь с вами по этой трассе и покажу вот эту трассу мост. Немножко пройдусь с вами по этому мосту и поснимаю. Но то, что много выхлопов, это, конечно, большой минус. Ну, как вы видите, здесь заводы еще тех советских времен остались. А вот панорама по той улице, по которой я прошелся с вами. Это люди также проходят по мосту, такие же, как и я. Но у меня сегодня за мостом нет сил снимать после моста. Поэтому следующее видео после моста я поснимаю уже в следующий раз. И потом после этого видео моих планах, у меня в планах еще одно видео создать. Еще одно, максимум два. Но одно видео, по крайней мере, точно будет на русском языке с видеопрогулкой по Тирасполю в стиле Денвас ТВ. Ну вот, как вы видите, здесь под мостом постройки разные, где живут люди. Много частных домов, но я бы никогда здесь не жил, потому что здесь, во-первых, выхлопно, а во-вторых, здесь, короче говоря, много шума. Так, мое видео уже идет 9 минут, я смотрю. Я планировал на 5-7. А вышло больше. Да, вот здесь под мостом, короче говоря, железнодорожная трасса. Так, вот здесь провалено. Поэтому я не наступал сюда. Ого, да, до этой трассы идти. Ну вот, как вы видите, здесь одни постройки частных домов. Вот опять надо переходить осторожно, перепрыгивая, как Супермен. Ну вот эта железнодорожная трасса. О, какая машина поехала.
общем, вот эта панорама на железнодорожную трассу из Кишинева до Москвы. Вот здесь новый завод построили, флаги российские. Ну, в общем, следующее видео будет за мостом, уже, как я и сказал, уже в следующий раз. Пока-пока.